Он существует. Если назвать его имя или просто подумать о нем, он придет за тобой. Не называй его, не думай о нем. Что произошло? Тебе придется все рассказать. Прошу, не заставляйте меня. Не называй его, не думай о нем. Если я расскажу о нем, и вы, и ваши дети, вы все умрете. Дом рядом с универом. Джон, Генри, ты и твоя девушка. Ну что, берем? Да. Ну что, ты готов? Это еще что? Что это? Что? Что-то происходит. Он нашел нас. Кто? Не называй его, не думай о нем. Bye-bye, man. Чем больше ты думаешь о нем, тем ближе он становится. Он хочет попасть в наши головы. Господи. Из-за него мы видим что-то ужасное. И делаем что-то ужасное. Не называй его, не думай о нем. Он распространяется, как вирус. Не называй его, не думай о нем. Он может захватить все. Я не дам этому случиться. Пожалуйста! Не называй его, не думай о нем! Мы должны им помочь! Нет, нет, это обман! Ким! Не называй его, не думай о нем! Не называй его, не думай о нем! Я боюсь пустить его в вашу голову. Говори. Bye-bye, man.